Продолжаем выпуск. В музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на базе молодежного центра «Импульс» прошла экскурсия для школьников. Напомним, музей открылся в конце мая этого года. Выставочная экспозиция позволяет обратиться к одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. Я считаю, что такие вещи необходимо постоянно повторять, напоминать детям, как это все было страшно, что это было на самом деле. Мы не вправе забывать горящие сороковые. В памяти у них эта экскурсия останется. И когда они будут изучать на уроке истории Великую Отечественную войну, они вспомнят об этом. Это очень важно для них. Волонтеры рассказали ребятам об истории создания музея, а также представили различные элементы исторической экспозиции. Немецкую каску с отметкой снайпера, колючую проволоку и тюремную одежду узников. Школьники поделились, что экскурсия произвела на них сильное впечатление. Они отметили необходимость хранить память о тех, кто страдал от фашистского режима, чтобы не повторить одну из самых чудовищных страниц в истории. Это очень интересно, знать, что было в прошлом. Как это все происходило, это все очень страшно, это нужно знать. Ребятам было очень интересно, им тоже понравилось. В завершении экскурсии учащимся показали фильм «Будем жить» с рассказами узников фашистских концлагерей.